Да. Короче, ты поняла, что надо делать, да? Давай, выходи. Так, ты, короче, говоришь на китайском, когда останавливаешься. Поехали. Будем передавать привет директору? Да, да. Давай. Акунчани кинчуки, аранаки сунайт, олебодя, когда соти ты мне чё-то? Мой товарищ фотограф поздравляет нашего директора и от моего имени. Ирина. Да, товарищ Ча. Ирина. Новикова Ирина. Новикова. С пополнением в семье. Чиканте закете торта. А, и желает ей двойню. Опекарта макантоста. Большого счастья в жизни. Лоня каната четерета пастакинто тепас. А, ну среднего счастья в жизни. Давай. Что еще? Давай теперь ты на китайском. Нет, я не знаю. Давай, какого мужа? О, озакернето, а чоката там она басота, а Никита танаво, оло, оло. Ну, и желаю тебе мужа вот такого, а тут такого. И чтоб все у вас было через день. А вообще мы хотели передать привет. Да, привет кому? Директору нашему. Да. Директору нашей организации. И она нас нещадно эксплуатирует. Мы работаем с утра до ночи. Без прерыва на сон и корм. Да. Мы буквально питаемся воздухом и эмоциями. И листьями иногда. Не всегда мы их едим. Правда. Правда. Они успевают. Но они усваиваются. Да. Ну вот, и просто работа адская, адская. Вообще, это кто, хоть кто-то смотрит, кроме нас? Да. Одни 1000 просмотров каждый день только мы делаем. Вот эти 150 тысяч просмотров. За последние 15 дней. Это только мы вдвоем. Мы специально ходим в интернет-кафе. Да. Или куда угодно. С разных компьютеров смотрим, чтобы этот рейтинг повышать. Да. Вообще. Подожди. Давай сейчас. Давай, выйди.